Позвольте выразить свое мнение, что концерт сегодня – настоящий подарок ценителям музыкального искусства. Потому что сегодня в концерте прозвучит произведение ученика Сергея Ивановича Танеева, Николая Карловича Метнера, Александра Борисовича Гальденвейзера, Георгия Львовича Кутуара, Льва Эдуардовича Канюса, профессора теоретических дисциплин Московской консерватории, автора курсов «Современная гармония», «Основы русской гармонии и полифонии» Сергея Васильевича Евсеева. Сергей Евсеев, соната для фортепиано, опус 2. Произведение было издано почти сразу после создания, в 1923 году. Исполняет дочь, профессор Московской консерватории, заслуженная артистка России Марина Евсеева. Thank you.
писали так о ранних сочинениях Сергея Васильевича Евсеева. Характер образа восторженный, устремленный вперед, ввысь, к определенной цели. Музыка подкупает искренностью, теплотой лиризма. По-моему, все так. Два романса из первого опуса. В этом опусе четыре романса. Три посвященных моему учителю. Моему учителю Канюсу. И один заключительный посвящен дорогому Георгию Львовичу Катуа. Посвящение, стихи Михаила Лермонтова и «Ночь», слова К.Р. Исполняет Наталья Загоринская. Yeah.
господа, я надеюсь, что вы обратили внимание, что на компах, дисках, на которых записаны произведения, исполняемые на концертах проекта из русского музыкального наследия, есть запись всех четырех романсов первого опуса Евсеева, как раз в записи Натальи Загоринской. Есть замечательная память о сегодняшнем выступлении. Концерт продолжается. Борис Чайковский. Он закончил Московскую консерваторию в 49 году и не мог не посещать теоретических занятий профессора Евсеева. «Дар напрасный» – слова Александра Пушкина исполняет народная артистка России Наталья Загоринская. Thank you.
Thank you.
посвящена композитору и пианисту Моисею Самуиловичу Вайнбергу. Соната в трех частях. Allegro non troppo, Largo, Andante allegretto. Вторая и третья части исполняются без перерыва. Просим вас не аплодировать между первой и второй частями, чтобы не нарушать целостности восприятия сочинения. Исполняют Александр Загоринский, Марина Евсеева.
19 века или 18, потому что у каждой музыки свое время. В нашем концерте, обрамленном музыкой Петра Ильича Чайковского, встретились два века. Мы ждем вас на концертах проекта «Из русского музыкального наследия».